всем привет, дорогие пупсики, с вами я, Артём Фролов, и я думаю, вы уже все прекрасно догадались, чем мы будем заниматься в данном видеоролике по превью. Пупсы, вы вообще молодчики, вы набрали достаточно быстро 2000 лайков под прошлой серией, согласен, на все трейды в Adopt Me. Пупсы, и скажу вам сразу же, спойлерну, так сказать, Кэнди Каннон и Ворон сейчас в этом кадре находятся не просто так, да-да. Я думаю, вы уже все догадались, о чем я говорю и к чему я клоню. Пупсы, я в прошлом видеоролике как раз-таки с трейдами этими, согласен на все трейды, рассказывал то, что, скорее всего, может быть, в следующем видеоролике я сделаю трейды на Шаду, Бета, но я сейчас посмотрел, цены вообще взлетели, пупсы. Так что, если вы хотите, чтобы вышло продолжение, вам нужно будет, конечно, это, наверное, нереально и невозможно, может быть, конечно... И наберутся эти лайки, да, количество, которое я сейчас назову, но они наберутся, скорее всего, через год, может быть, два. 5500 лайков, если вы набираете, я записываю новую серию. Пупсы, бюджет этой серии составляет более 7000 рублей, я просто буду их раздавать по факту и соглашаться на любой трейд. Я надеюсь, то, что будут хоть какие-то нормальные трейды, да, потому что я буду вообще молчать в чате и буду просто отцепить, когда отцепнет первый чел. Даже если мне просто ничего, нет, ну если ничего не положит, тогда я не отцепчу. Должен хоть что-то положить, даже если положит бутерброд, я дам Кэнди Каннон. Пупсы, на этом мы будем с вами начинать. Я заранее вас прошу влепить свой драгоценный лайкусик, потому что 5500 лайков набрать, это будет довольно-таки тяжело. Тяжеловато будет, вот. Также подписывайтесь на каналчик, потому что такой эксклюзивный контент вы можете найти только на моем канале. Включайте уведомления, чтобы не пропускать классные и клевые стримы с раздачами. И не забывайте писать свое мнение в комментариях насчет данного видеоролика, зашел он вам или нет. Ну а вам я желаю, пупсы, приятного аппетита, приятного просмотра. Погнали! Так, пупсики, мы с вами уже причапали в локацию с трейдами. Начинаем мы с вами не с маленьких питомцев, а уже с достаточно ценного питомца. Это Flyride, поединок нежити. Фиг знает, дороже он кенгуру или нет, но я решил начать с него. И я вам сейчас покажу, что сегодня у нас будет в видеоролике. Вот это все, все, что здесь находится, Кэнди, Каннон и вот эти все питомцы, я буду соглашаться на абсолютно любой трейд. Нужно только отцепнуть. Все, если человек отцепит, я тоже, соответственно, отцепчу вместе с ним. Думаю, начнем с поединка нежити, и так по нарастающей, потом кенгуру, НФР снежная сова, НФР феникс, ФР туркли, ворон и потом Кэнди Каннон. У меня немножечко, честно говоря, дрожат руки, хоть я и понимаю, что мы пока что не дошли с вами до ворона и Кэнди Каннон, но я искренне буду надеяться, пупсы, что нам хоть что-то нормальное за это дадут. Потому что, блин, я, допустим, не намерен трейдиться на какой-то бутик. Так, но трейдов нам что-то вообще не прилетает. Хоть я и соглашусь вообще на любой трейд, даже вот на буфало. В принципе, питомец, блин, вот честно говоря, не знаю, дороже он кенгуру или нет. Напишите, пупсы, обязательно в комментариях. Я комментарии довольно-таки часто читаю, когда делать нечего, допустим. Да даже когда есть дела, порой еду куда-то, да, и я абсолютно все комментарии читаю. Порой некоторые лайкаю, там, когда есть время, да, свободное. Но читаю комментарии я довольно-таки часто, но трейдов нет. Трейдов что-то вообще нема. Алло, у меня Flyride поединок нежити. Пупсы, ну киньте мне кто-нибудь трейд же. Ну блин, ну у нас походу как в прошлом видеоролике, у меня там что-то... Я надеюсь, это не слышно было, у меня что-то белка чихает. Что это такое? Ты заболел, пупс, там или что? Вы чтоб вы понимали, блин, я, короче, в бой курантов, я же был у бабушки, праздновал Новый год, потом с друзьями поехали гулять, вот. Но когда я приехал домой, я наблюдал, знаете, какую картину? Картину того, что моя белка бегает по дому, да. Я забыл закрыть клетку, и дома был хаос. Просто бардак полнейший. Он бегал, этот пупсик мой дорогой, бегал по всей квартире, все, наверное, разбросал. Короче, было очень плохо, было очень плохо. Но я все убрал, его ни в коем случае не ругал. Просто положил назад в клеточку, наложил ему покушать, и все. Все, как бы на этом все. Вы как отпраздновали Новый год, пупсы, тоже пишите в комментариях, будет интересно почитать, пупсы. Я отпраздновал Новый год вообще на славу. Так, ну чё? Ну что? Где трейды-то? Ни одного трейда вообще что-то нам не прилетает, я не понимаю. Вроде бы фэр поединок не жить это и достаточно такой, ну... Недешевый питомец, я вам скажу. Достаточно недешевый питомец, ну как бы что-то не хотят. Ну давайте, если они не хотят, мы продолжим на кенгуру, а потом уже вернемся к поединку нежити. Что поделать, что поделать. Ну тут у нас есть тоже, кстати, кенгурушки, даже две штуки. Надеюсь, что хоть от кого-то трейдик нам прилетит. Честно говоря, хз. Но я буду честно надеяться. Ну опять вот я достал кенгуру, вроде бы как бы, ну тоже кенгурушечка довольно-таки. Блин, я думал трейд, опять меня заскамили. Ну, кенгурушечка довольно-таки ценная такая, да, и как бы все равно трейдов нет.
Нету трейдов, ну вот, с ленивцем, ну кинь трейд, ну возьми кенгурушку. Просто вышел, ну, камон, что за бред? Что за бред? Я не хочу выключить запись, потому что вдруг подумайте, что постанова и так далее, хочу все заснять одним дублем. Ну, то есть именно каждого питомца, на каждого питомца по одному целому дублю, без нарезок, без вырезок и так далее. Чтобы вы реально поверили, то, что я просто реально соглашаюсь на любые трейды. А то мало ли, знаете, напишите постанова. Да-да-да, конечно. Но Candy Cannon, если честно, пупсы, блин, сейчас ценится как... Ну, чуть-чуть поменьше Fire-Eyed Shadow Dragon, но Fire-Eyed Shadow Dragon сейчас стоит 6 тысяч рублей. 6 тысяч рублей, вы вдумайтесь, сколько это? Это очень много пупса. Я надеюсь, что 5500 лайков мы все же с вами осилим. Потому что, ну блин, 6 тысяч рублей стоит Shadow, но Candy Cannon, я думаю, 5500 где-то стоит. За него я уже видел, мне предлагали офферы, это как 2 попугая плюс 2 артика оленя. То есть это уже нормальный оффер, но это не так, ну не прям такой хороший оффер. Конечно, раньше вообще за Candy Cannon нам давали NFR for Soft, так еще и добавляли. Но сейчас игрушка почему-то чуточку снизилась в цене, даже не чуточку, а рублей может быть на 500, на 600, может быть даже на 700. И на кенгуру, кстати, я не понимаю, но спроса тоже особого нету и походу, ну да, я думаю, почапали мы с вами на следующий сервак. Так, ну что ж, пупсы, короче, переместились мы на такие простые серваки. Это фейк. Да? Да, это фейк. Я просто знаю богера такого. С таким скинчиком. Merry Christmas, добиваюсь на Aris, что-то там. Ну, короче, я видел такого чувачка где-то в шортс. Не знаю, видели вы его или нет, ну да пофиг. Так, русский, кстати, сервак, как ни странно. Но трейдов опять нет. Тут мы по-любому начинаем с поединка не жить, потому что здесь нормальных офферов ждать вообще, ну, нету смысла просто. И также, пупсы, я хотел еще раз вас попросить, обязательно тыкните лайк и подпишитесь на канал. Я трачу уйму времени и уйму денег на снятие видеороликов, на вообще на контент просто, да? А с Ютуба я вообще ничего не зарабатываю, чтобы вы понимали. Ничего. Старперс я больше не рекламирую. Да, больше не рекламирую я данную площадку и никак с ней практически не взаимодействую. И поэтому, как бы, монетизация на Ютубе отключена. Так что все плохо. Алло! Алло! Я не понимаю, реально, даже они попытаться не хотят кинуть мне трейд или что? Что происходит? Алло. Алло. Ну и бред, конечно. Кинь трейд ты с аксолотлем своим. Трейд кинь мне. Алло. Я просто очень хочу его. Кинь мне трейд, кинь трейд. На. Я тебе на поединок не жить. Он лучше, чем этот аксолотль. А, он что-то продает за баксы. Мне кажется, это скам какой-то. Это какой-то скамер, мне кажется. Аксолотля за 900 баксов. Или Rys? Или что, я не понял. А, он хочет обменять, типа, его на Right Rys. А так он продает за... Что? Как он меня нашел? Как он меня узнал? Как это понимать? Я заколебался уже, меня везде узнают. Что за бред? Я вроде какой-то ноунейм, непопулярный блогер, и меня все равно узнают на серваках. Довольно-таки часто. Довольно-таки часто, реально. Так, ну что... Добиваюсь фурию второй день, кинь мне трейд. Кинь мне трейд, добьешься фурии. Прям вообще быстро очень добьешься фурии. Поединок не жить, это больше, чем фурия. Больше, чем фурия, ну, ему пофиг. Ему пофиг просто, ему пофиг, пупсы, я не знаю. Трейд. Ты кинь мне трейд, кинь мне трейд. Ты не видишь, я на тебя даже встал, ну кинь трейд. Я не знаю, что еще сказать, пупсы. Я не знаю, сколько мы уже, минут, наверное, 10. Просто ходим и не можем затрейдиться. Ну, серьезно. Короче, идем опять на простые серваки. Только я не знаю, есть ли смысл вообще, потому что трейдов не прилетает ни... Пон. Пон. Просто пон. Просто понятно, понятненько. Я, конечно же, все понял. Конечно же, все понял, да. Конечно же. У меня нету слов. Это я дурак или машина не едет? У меня вопрос. Чтобы вы понимали, я ждал трейда, а у меня они были выключены. Что за бред? Что за бред? Какой я дурак, а? Мы бы уже давно, мне кажется, закончили видеоролик. Согласна. Базара Зира. Базара Зира, ну слушайте. Мы зашли на простой сервак, а нам предложили даже фэр древнего дракона. То есть даже не вот собаку. Она мне могла собаку предложить, и я бы отцепнул, если бы она отцепнула. Блин, ну... Ну я и дурак.
Ну, я и дурак, конечно, то, что у меня со стрима выключены трейды были. Но она согласилась. Мы тоже согласились, пупсы. Ну, мы на этом серверчике мы заканчиваем и чапаем уже на нормальные серваки с включенными трейдами. Итак, пупсы, на следующий сервачок я грузился довольно-таки долго. Я очень много отключал серваков, потому что на них долго грузиться. Но все-таки один нашел, загрузился. Первый трейд сразу. Все, наконец-то я нашел, в чем проблема. Наконец-таки нашел, в чем проблема. Это были выключенные трейды. Надо всегда мне проверять, включены ли трейды. Потому что мы с вами просто 10 минут потратили в никуда. Ну, для вас 10, у меня побольше времени прошло. Потому что я чуть-чуть вырежу, да, там это еще и загрузки серваков и так далее. Так, ну ты если отцепишь, то я тоже отцепчу, моя дорогая. Или мой дорогой, Сун. Если ты отцепишь, я, соответственно, тоже отцепчу. Но мы ничего не можем ему написать. Как бы так. Но если трейд достаточно долго у нас висит, мы его откуняем сами. То есть, потому что, как бы, ну, согласитесь, да, сидеть час ждать. То, что, может быть, он думает, что мы думаем. Все, он согласился, окей. Окей, базар зира. Ну, в принципе, тоже, опять же, не самый прям уж, прям плохой трейд, да. То есть, не собаку нам, вот, допустим, предложили. А аксолотли, в принципе, без зелек. Церберуса без зелек, ястреба без зелек, лунного голд тигра. Еще всяких, короче, всяких раз. Да, ну она отцепнет или он отцепнул, все. Мы согласны, едем дальше. Наконец-то мы переходим хоть чуточку покрупнее питомчиком. Хотя хз, вот честно. Какой кикет? Какой кикет? Зачем мне кикет? Ну блин, ну зачем так делать? Ладно, пупсы, встретимся на следующей роке. Пупсы, вы знаете, что самое обидное? Я не затрейдюсь с тем чуваком на кенгуру. Ну блин, а, ну как так возможно? Но мы зашли на какой-то другой сервак. Фиг знает, наверное, такого трейда мы уже здесь не найдем. Хотя фиг знает, может быть даже и лучше будут трейды. Но чувака того жалко, блин, может быть его кенгурушечка, точнее. Может быть моя кенгурушечка, это была его мечта, да? И как бы тут просто взял и кикнул сервер. Либо меня, либо вообще просто весь сервер перезагрузили. Фиг знает, но, блин, это сделали плохие люди. Плохие люди, что они так сделали и что-то трейдов нам не кидают. Мне же включены. Включены. Алло, здравствуйте. Тетя Зина на месте. Ну так что, будет кто кидать трейды-то? Вот тот чувак просто попробовал как бы и все. То есть, я согласился, когда он согласился, то есть, не бойтесь пробовать. Так, ну, трейд прилетел. Оу, нет, оу, ноу, 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 нет, ноу, 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 только не отцепьте, я тебя прошу, только не отцепьте, нет, я хочу аксолот или того, где он? Где мне найти того чувака? Нет, я не хочу на это трейдиться, нет, я тебя умоляю, только не отцепни. Только не отцепни, пожалуйста, прошу, нет. Ну, господи, ну зачем ты отцепнула? Зачем ты отцепнула? Это она, да, походу? Походу она. Да, походу это она. Зачем ты отцепнула? Зачем ты мне дала свои игрушки? Отклони трейд. Не отцепьте, не отцепьте. Бред, полный бред. Это все прошлый обкаканный сервак. Это все он. Он кикнул. Мы могли, блин, на лучший трейд обменяться, но нет. Все, сервак нам сломал. Пупсы, на этом серваке сделали трейд. Чапаем на следующий сервак. Так, пупсы, на следующий сервачок я зашел. Наконец-то от кенгуру мы все-таки избавились. Но из-за этого сервера, блин, обкаканного, а, мы затрейдились на довольно-таки нехороший трейд. До этого был он получше. Так, ну следующий у нас идет NFR Snow Sova. Хотя фиг знает, мне кажется, даже она дешевле вроде, чем кенгуру. Ну пофиг, не знаю. Если я неправильно сказал, поправьте меня в комментариях. Так, ну мы на NFR Sova, это что? А, так это она так ездит, я думал мы флай нажали, а нет, оказывается. Оказывается нет, а как она летает? А, ну, понял, пон. Так, ну не он сова, ну. Нус, кто мне кинет трейд? Кто мне кинет трейд? Алло. Так, ну после не он совы, я думаю, мы займемся NFR Фениксом, потом черепаха. Потом ворон ноупотиан, безелик, лимитированный ворон. И потом Кэнди Кану. Я так не хочу с ней прощаться. Так не хочу. У меня останется она одна. Пупсы. Ну прожмите свой лайк. Вы обязаны прожать свой лайк. Пупсы. Это будет трэш. Когда я буду трейдить Кэнди Канон, я прям, наверное, буду плакать просто. Я не знаю. Так, ну я уже хочу быстрее подойти к этому моменту, чтобы его пережить. И потом просто абстрагироваться и забыть, что я просто отдал за фиг знает что Кэнди Канон. Но когда мы будем делать трейды на ворона и Кэнди Канон, я
хочу загрузиться на более нормальный сервак. Чтобы вдруг нам повезет и что-то хоть нормальное мы с вами словим, да, а не какую-нибудь черепаху, допустим, да, или еще что-то. Но на SnowSavu нам вообще что-то ничего не кидают. Алюм, SnowSavu, алюм-алюм, неонка. Че, вообще, что ли, прям никто не хочет? Прям что-то вообще пупса. Ну, это может быть связано с тем, что сервак достаточно хороший, да, и то есть тут на неон сову-то и нечего предложить, да, допустим, черепахи, там, альбина, манки, мега юни, там, вон, попуга, эвил, то есть некому даже мне и трейд кинуть особо, да, ворон вот, ой, сова, что там еще, что-то еще, попуга я сказал, да, артики тут всякие, неон, клубничный бед. Ладно, короче, походу мы чапаем на другой сервак. Так, ну что ж, пупсы, я зашел, короче, на следующий сервак. Что у нас тут вообще? Ну, тут есть и нормальные питомцы, как сова, допустим, да, корова, неонка, там, ворон, ой, и ворон, попугай, но есть и нормальные, ну, такие, точнее, дешевле питомцы, чем неон, снов, сова. И я надеюсь, что, допустим, какой-нибудь этот бычок нам кинет трейд и заберет неон, сову, легендарку, флайрайдовскую. Офер, кидай трейд, кидай трейд. Кинь трейд, тебе поможет эта совушка. Или нет, он кому-то другому, походу, кинул и написал, да? Печаль, беда, печаль, беда. Печаль, беда, что он не попробовал даже. То есть даже никто не хочет попробовать. Типа, ну, я полетаю, конечно, рядом с ним. Может быть, все-таки он кинет трейд, а? Может, нечаянно даже. Блин, ну будет сейчас тяжело опять. Это не он с собой, блин. Эй, что за фигня? Что за фигня? С кенгуру обкакались немножечко из-за сервера, да? С собой опять тут сейчас этой ходить целый час по сервакам и на что-то надеяться. Киньте, я на любой трейд согласен, вообще на бутерброд даже. Я уже хочу побыстрее избавиться и перейти к ворону. Вот там уже будет реально потненько. Вот там реально будет потненько и реально будет жестко, пупсы. Я надеюсь, что вы влепили лайк и обязательно подписались на канал, пупсы. Ну подпишись, ну ты же смотришь не первый видеоролик. Ну подпишись, ну что тебе стоит, пупс? Подпишись, потому что только мои подписчики могут выиграть в моем телеграм-канале и вообще просто на стримах рубаксы, питомцев на халяву, просто понимаете? Но если вы не подписаны, то увы и ах, выиграть вы ничего не сможете. Так, ну и чё? Походу ничего на этом серваке ждать не стоит, да? Я опять чапаем на следующий сервак, я уже достался, честно говоря, ходить по сервакам. Вот честно вам говорю. Ладно, короче, идем на следующий сервак. Так, пупсики, зашел я, короче, на самый простецкий сервак, чтобы точно отдать уже эту неон сову. Также здесь мы с вами отдадим и неон фениксы, короче, и фарай турки. Все это мы отдадим на этом серваке, я надеюсь, если эти, когда... Все, я заговорился. Если нам реально, как бы, трейдики прилетят, то мы все отдадим здесь. Я думаю, все-таки новичкам будет это нужнее, нежели я затрейджусь на плюс-минус хотя бы выгодный себе трейд. Так, фаер-клубничный бед, слушайте. Зачем вообще тогда мне ходить на какие-то такие серваки, если мне на вот таких самых простецких предлагают нормальные офферы? На, ну нет, если ты ацептишь, то, естественно, я согласен. Если я согласен, как бы тут вообще без проблем. Но мне кажется, она не додумается, да, или он согласится. Или, может быть, ждет добавок? Евусик, нет, она... Это она. Не знаю, может быть, она реально ждет добавок? Но если долго не ацептит, тогда мы отклоняем трейд. Тогда мы отклоняем трейд, пупсы, потому что, ну, тоже ждать такое себе, да? Мне кажется, еще нам кто-то, кроме этой девочки, кидает трейды. Но я бы согласился на клубничного бетика, хоть что-то получить, все равно уже, как бы, знаете, чуть-чуть бюджет свой отбить данного видеоролика. Но я не думаю, что 5,5 тысяч лайков мы наберем с вами, да? Она сама отклонила. Бред. Привет, подписчица моя, походу. С ней не трейдимся по-любому. Так, это не она писала привет? Привет, нет, это не она. Это не она писала. Пр, Фрост есть? Может, тоже подписчица? Я не понял. Я не понял. В смысле, пр, Фрост есть? Чего? Какой тебе Фрост? Алло. Так, Мео вкинул трейд какой-то. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Так, Райт Шпиц. НФ Унный Тигр, Флай Осел. Ну, что-то такое. Что-то такое себе. Ну, если согласиться, естественно, мы тоже с вами отцептим. Но, скорее всего, следующих питомцев на другой пойдем сервак. На другой пойдем сервак трейдить. Потому что тут, как бы, меня и подписчики чуть-чуть узнали, да? И, как бы... Стоп, а он отцепнул первый? Я не понял. Блин, ну вот я слепой-то, а? Ну да, наверное, он отцепнул, я отцепнул. Как бы, я думаю, так и есть. Так и есть, в принципе, окей, пофиг. Мне он совушку отдаем. Хоть что-то мы все равно получили с вами. Надеюсь. Какую-нибудь мечту его выполнил.
Мечтаю, Пета. Это не он был? Нет, печально. Печально, что ты мне не кинул трейд, если ты мечтаешь о F и Райт питомце. Ладно, питомце. Я все уже заговариваюсь, пупсы. Я записываю видеоролик в 2 часа ночи, чтобы вы понимали. Ладно, короче, пупсы, чапаем на следующий сервак. Так, пупсы, но я уже как и сказал, мы будем с вами на простых серваках раздавать пока что до Ворона. Ворон и Кэнди Каннон пойдем уже на нормальные сервачки трейдиться, потому что, ну, как бы, блин, мне тоже не... Я на тот же сервак зашел, лол. Я на него грузился, а это тот же сервак, в смысле? Алло, как это работает? Алло. Ладно, идем на следующий сервак. Итак, пупсы, короче, не стал я на простые серваки грузиться, потому что не получается, что-то все время меня кидает на тот сервак. Я загрузился тоже на плюс-минус простецкий сервак и надеюсь, что трейды нам кинут. Потому что все-таки не он Феникс, это уже не хухры-мухры. Ну, думаю, черепаху мы достаточно вообще быстро отдадим, она у нас улетит вообще за мгновение. Не знаю, как насчет не он Феникса. Насчет вот не он Феникса сомневаюсь, но, блин, ну вот кинь ты трейд, девчонка, ну, забери не он Феникса бесплатно, ну давай, уходит. Уходит просто берет и уходит в закат. Ну чё? Ну хоть кто-то. Феникс, между прочим, стоит уже 250-300 рублей, мои дорогие. Тоже не хухры-мухры. Аксолотль, ну вот кинь, забери. Ты вот с пингвином со своим, ты вот тут со своим индюком. Ну давайте, ну ребят, ну вы чего? Ну просто такая прости... Чё-то подлагивает вообще жестко. Такая халява. Реально, такая халява, но блин, я не знаю. Честно говоря, почему просто не кинуть, попробовать? Вот, давай, пацанчик. Пацанчик, у тебя такой скин прикольный. Кидай. Опа, кто-то кинул. Кто-то нам кинул трейдик, ура. Ну, слушайте, я нам предлагаю, ты НФР Лань. Не хухры-мухры. Я надеюсь, без добавок, да? Ну, если отцептит, я тоже отцепчу. Как бы отцептишь, я тоже отцепт. Добавлять начала. Начал, да? Дзины, потому что, ну, скорее всего, пацан начал добавлять нам, потому что я не отцепнул сразу. Не знаю, нет, ну ты отцепни, я тоже отцепну. Все. Нет, он убрал. Он убрал отцепт. Я тоже убрал отцепт. Ну, вы видели сами, он отцепнул, убрал отцепт. Я тоже отцепнул. Вот он опять отцепнул, убрал отцепт. Я тоже так же сделаю, давайте. Отцепну и уберу отцепт. Все зависит от него, а не от меня, понимаете? Ну, отцепьте. Опять отцепнул, убрал отцепт. Вот тут было непонятно. Знаете почему? Потому что я отцепнул, а он отцепчет и убирает отцепт. И вот в последний раз он отцепнул, когда уже я отцепнул первый. Поправим это или нет, пупсы? Фиг знает, напишите в комментариях вот именно насчет данного трейда. Но если он сейчас отцептит, окей, мы тоже отцептим. Давай, отцепьте. Алло? Если долго не отцептит, я делить жму. Отцепнул, все. Мы тоже отцепсим, наконец-то. Наконец-то я избавлюсь от этого неон Феникса, и мы уже переходим к предпоследнему. Точнее, к последнему. Такому не слишком дорогому питомцу. И потом идет у нас Ворон Безелик и Кэнди Каннон. Пупсы, блин. Еще раз повторюсь, влепите обязательно свой лайкусик и подпишитесь на мой канал. Такого вы не увидите нигде. Так, уже прилетает трейд, но я как и говорил. Черепаха вообще должна улететь достаточно быстро. Фэр пингвин. НФР. Ухо, так слушайте, трейд-то и не самый вообще плохой. Отцепьте, я соглашусь. Я соглашусь, лучше уж что-то, да, чем вообще ничего. Моя-то дорогая, мы с вами получили зачепу. Хоть, конечно, и не окуп, да, но все-таки НФР Юни, фэр голден пингвина. Так и девчонка еще, блин, получил фэр туркли. Черепашку, о черепашке многие мечтают. Но мы незаметно с вами, пупсы, подкрались к тому моменту, что сейчас нужно будет трейдить Ворона и Кэнди Каннон. И у меня просто на душе, я не знаю, что очень большие сомнения, стоит ли вообще это делать. Может быть, просто оставить все эти дубли, которые я записывал, вообще и не записывать продолжение. Сказать, что я не заметил, что там 2000 лайков, но не знаю. Так, ну что, ты отцептишь? Моя дорогая, долго ждать не будем. Ты либо отцептишь, либо не отцептишь. Но на такой трейд я согласен, почему бы нет? Хоть я, конечно, здесь не в окупе, да, и даже, наверное, вообще тут даже, ну, как бы трейд не вровень идет, да, то есть я переплачиваю, но все-таки лучше такой, да, трейд, чем вообще просто нулевый какой-то. Так, ну чё, алло, конфирм жмем конфирм. Пупсы, если она сейчас не нажимает, то все, как бы, фига, это что за олени, что это за сани, это новые какие-то, новый транспорт какой-то, ну, прикольные, надо будет купить. Так, ну чё ты, отцептишь? Нет, алё.
Короче, я давайте дам ей 10 секунд. Если она не акцептит, мы отклоняем. Потому что я более чем уверен, что нам сейчас тоже уже закидывают трейды кто-то. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, тут как бы вы сами все видели. То есть, если бы она отцепнула, я бы тоже отцепнул. Но сейчас, скорее всего, будет полный шлаг. Скорее всего, будет полный шлаг. Ну нет, ну нет, ну нет, нет. Чел, не принимай трейд, хорошо? Не принимаешь трейд, и мы просто на хорошей ноте расходимся. Мне твоя пенсионерка вообще-то не нужна. Та же самая история, как и с кенгуру. Та же самая история. Я, конечно, мог сидеть и ждать, и может быть она отцепнула, но зачем, согласитесь? То есть это будет, ну, достаточно нечестно. То есть она, ну, не согласилась за определенный промежуток времени, то все тогда, пока! Ой, да, конечно, шикарный трейд, просто прям, муа, просто вообще. Не знаю, че, в шоке, нет? Я вообще даже не понял, даже кто нам кинул трейд. Но я надеюсь, то, что чувачок рад. А, это тот! Это тот чувак, слушайте, ну ему не жалко. Ему не жалко, но никаких эмоций он не показал. Помните, я ему еще вначале сказал: ну тебе не жалко, братишка? Тебе не жалко, у него скинчик прикольный. Первый раз такое вижу. Ладно, пупсы, идем с вами на другой сервак уже, на более-менее нормальный. И будем там трейдить ворона, пупсы. Я не хочу, честно, не хочу, но все-таки надо. Погнали! Ну что ж, пупсы, я зашел на сервак. Блин, ну сервак такой вообще себе, максимально такой себе. Я не хочу отдавать ворона, ноу потен, никому. Никому не хочу отдавать, ну ладно, мы останемся на этом сервачке. Даже если предложат прям шлак, пофиг, я соглашусь. Я соглашусь, но самое главное, нужно, чтобы человек согласился. Но просто так легко мы не будем отдаваться, нам никто-то кинул трейд. Я на... мега... без базара, я согласен. Я согласен, я согласен, я согласен, моя дорогая. Просто отцепни, просто отцепни. Отцепни, я соглашусь. Я надеюсь, блин, это не переплата с ее стороны. Я не должен добавлять, а? Но я знаю, что мега пин кошка, она достаточно ценная, пупсы. И это вообще будет прикольный трейд достаточно для нас. Не знаю, может быть, я даже буду не в окупе отчасти. Привет. Не подпишется, надеюсь, а? Не подпишется, надеюсь. С подписчиками нельзя трейдиться. Отцепьте, отцепьте. Я не могу тебе ничего ответить. Просто отцепни, моя дорогая, отцепни и забери этого ворона. Мега пин кошечку я бы хотел. Я бы хотел, честно говоря, и записать бы на нее трейды, было вообще прикольно. Вообще, это будет очень прикольный трейд. Даже, может быть, если я не в окупе. Но, может быть, она, кстати, и переплачивает. Фиг знает. Ну, давай, соглашайся, ну, соглашайся. Блин, пупсы, я, вот знаете, я сейчас сижу в сомнениях. Я не понимаю. То ли она переплачивает и из-за этого не отцептит, то ли она ждет, пока я отцепну. Ну блин, ну я не могу нарушать свои же правила, я думаю, вы со мной согласитесь, и это будет нечестно, если я отцепчу. Не буду мешать снимать видео, если я видео. Блин, это подписчица. Ну блин, ну я бы сделал исключение, ну сделал бы. Потому что на мегу кошечку пинг снять трейдики было бы прикольно. Отцепни, ну давай. Или все-таки нет. Или все-таки она переплачивает, мне кажется, из-за этого она не отцепчет, пупса. Я не знаю, честно говоря. ОМГ, я подписан на тебя. Короче, она не отцептит пупса. Я думаю, давайте до 10, до 15. Ладно, я до 15 посчитаю. Если не отцептит, тогда мы просто делитаем трейд и все. И трейдимся дальше. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ну, она отцепнула. Вы видели, она отцепнула. Но она же сделала отцеп. Но она, походу, не согласна, как я понял. Но она сделала отцеп, пупсы. Я не пытаюсь обмануть систему. АДД, пока. Нет, все. Все, теперь точно пока. Тут как бы без вариантов. Но я тоже догадываюсь, что, может быть, кстати, она и переплачивает. Потому что все-таки мега пин кошка. Мега Юни, я согласен, даже добавляет. Все, я соглашаюсь, только ты отцепни, я тебя умоляю. Просто самое главное, что я затрейдил, не на бич питомцев. Мой ты дорогой, мой спаситель, умница. Просто, чел, ты просто топовый. Пупсы, нам повезло нереально. Я серьезно говорю. Нам могли вот этого волка предложить, и мне бы пришлось отцептить.
Да, может быть, я не в окупе, потому что No Potion, Limited и просто даже Ворон дороже, чем Мега Юни, а эти добавки вообще ни о чем. Но все же мы хоть что-то с вами отбили, да, из бюджета видеоролика. Ну прикольно, Мега Юни. Пупсы, здесь Candy Cannon я не хочу трейдить. Честно говорю, я не хочу здесь трейдить Candy Cannon, потому что, ну... Потому что мы пойдем с вами, чтобы затрейдить Candy Cannon на английский сервак. Но опять же, там никто не исключает возможность, что туда зайдет просто какой-то чувак с собакой и кинет мне трейд, пупсы. Так что я погнал грузиться, а вы прожмите свой лайк. Итак, пупсы, наконец-то, спустя 40 минут я загрузился на английский сервак. Candy Cannon в руки. Я, честно говоря, надеюсь, что хотя бы что-то нормальное нам дадут. Что-то нормальное? Нет, Додо, не бегай за мной, нет. Отстань от меня. Я надеюсь, что хоть кто-то хотя бы кинет трейд и хотя бы, может быть, два фроста. Все, я боюсь. Вот это, походу, кинуло мне трейд с Терексом. Я не соглашусь. Ну, нет, это бред будет, я не соглашусь, не. Я даже засовывать не собираюсь, это бред. Ну, ребят, вы меня, конечно, тоже извините. Но это полный бред, типа, на Терексе соглашаться, но нет. Я соглашаюсь на все трейды, да, но нет, это бред. Это полнейший бред. No. 7000 рублей я не хочу отдавать. И она просто ходит тут такая с Райт Терексом и кидает всем трейды, надеясь на что-то. Нет, вот на такой no. Она специально же зашла на этот сервак со своим Терексом флаевским. И просто закидывает всем серваки. Можете меня осуждать, можете меня не осуждать. Я просто молчу. Пугая, НФР кенгуру и всякое говно. Насчет Терекса я не согласился по одной простой причине, потому что она сюда зашла специально, надеясь, что кто-то либо же здесь будет из блогеров, либо же просто есть добряки, которые ей дадут. Нет, такой меня не интересует. Вот этот человек кинул мне реально трейд, потому что он, ну, что-то хочет предложить. А когда мне девочка кидает за Candy Cannon, прекрасно понимаю, если она знает такие серваки донатерские, то она и знает ценность Candy Cannon, и она мне кидает T-Rex и Fly, ну то есть это бред. Это полный бред, сюда на рандом не могли закинуть ее на этот сервер. Я надеюсь, пупсы, что вы прожали свой лайк, у меня реально сейчас чуть-чуть подгорает, что я должен согласиться на этот трейд, это... Говно, извините меня за выражение, трейд. Попугай, NFR кенгуру, клубничные беты, все, я в тильте, я соглашаюсь. Если вы не влепили свой лайк, ну тогда извините, но вы плохой человек, потому что я реально отдаю сейчас 5500 рублей за вообще 2500 рублей. Я не думаю, что здесь больше. Я надеюсь, может быть, у него вылетит или у нас трейд не пройдет. У меня давление поднялось, у меня уже болит голова. Просто... Нет у меня просто слов. Она мне до сих пор кидает трейд. Я не знаю, это может подписчица вообще или кто. Но у меня нету слов, это полный бред. Все это было сделано, чтобы вы посмотрели видеоролик этот. Хотя зачем, я мог и не делать вроде такого. Давайте на черной коробке новой машине нашей будем тогда заканчивать видеоролик. Точнее, давайте переходить к концу. Ну что ж, мои дорогие пупсы, я вообще максимально не веселый. Fly T-Rex меня вообще максимально раздражил. То есть я до сих пор сижу и немножечко не вдупляю. Вроде бы, с одной стороны, я и нарушил свои правила, да. Но и с другой стороны, ну, я думаю, вы со мной согласитесь. Девочка зашла на английский приватный трейдерский сервер. На него зайти без ссылки нельзя. То есть, соответственно, она и знает, скорее всего, стоимость Candy Cannon, и она просто такая взяла и кидает мне трейд и предлагает своего Fly T-Rex. Это бред. Это бред, и, скорее всего, она и рассчитывала, что либо же, может быть, кто-то тут записывает видеоролик, либо же еще что-то, и поэтому только я не согласился, нет. Тут чувак мне закинул трейд, да, предложил, конечно, честно говоря, вообще ни о чем. Попугай, NFR кенгуру и 3 клубничных, 4 клубничных бета, козерог, там вот эту машину. То есть это вообще ничто по сравнению с Candy Cannon. Наверное, это даже не половина Candy Cannon. Но все же я затрейдюсь и пупсы. Я надеюсь, что вы подписались на мой YouTube-каналчик.
влепили свой драгоценный лайкусик, написали комментарий и включили уведомления пупсы. Ну а на этом я буду с вами прощаться. С вами был я, Артём Фролов. Пошёл я в тильт. Пока-пока!